У меня сложились потрясающие впечатления после показа, потому что то, что мы планировали, то, что мы хотели показать, мы смогли полностью реализовать. Более того, мы на последнем вот нашем финальном выступлении вложили туда все, что могли, все, что хотели, все, чему научились. И ну, в итоге было круто. Мы сами это чувствовали и по аплодисментам, по глазам, и по нашим эмоциям, которые были внутри нас. В ходе курса, в принципе, научился не то чтобы каким-то нюансам актерского мастерства, но, скорее всего, больше прокачал свой скилл жизнерадостности и умению общаться позитивно, полностью всей душой. И в этом, собственно, заслуга и есть нашего режиссера, который просто замечательный человек.